Губернатор Валерий Радаев, вот каким-то проектом вам запомнился за то время, пока он был на посту, что-то вот такое было? Не помните? Ярко, интересно? Нет, не помню. Вот какой-то он был такой серый, и вот тот, кто им руководил, Володин, вот он запомнился, а без него Радаев, мне кажется, был не способен ни на что. Извините, прям секунду прерву. Вот напомню вам, были проекты поднятия ледокола с одного. Сейчас вообще хоть что-то такое вспоминается, вот об этом были разговоры. Айфон в Саратове производится. Ну, наверное, не помню. Вот Аяцков, вот мне вот каждый день иду мимо памятника и вспоминаю добрым словом, потому что действительно губернатор был выдающийся. Ему действительно должен был поставить памятник. Спасибо Аяцкову. Губернатор Радаев чем-то запомнился вам? Своей какой-то нерешительностью. Может быть, какой-то проект у него, может что-то вспомнить? Нет, не вспомню. И почему-то его все время, когда Володин приезжал, все время он отчитывал, так сказать. Валерий Радаев, губернатор, каким-то проектом своим вам запомнился за то время, пока он был на посту губернатора? Да у него, получается, какие-то проекты все Володин курировал. Как бы он даже ни при чем. И он и в кадре все время за спиной у Володина стоял. Губернатор Радаев Валерий проектом каким-то запомнился вам вот за то время, пока он был на своем посту? Может, вы что-то вспомните? Ну, много было проектов. Хороший человек. Хоть что-то... Добрый. Ну что? Я даже не знаю, что вам сказать. С помощью Володина, наверное, дорогу сделали. Пешеходную, конечно. Теперь стали убирать аллейки. Наверное, тоже начали с его подачи. Не то есть не сейчас, а вот, наверное, он тоже это командовал парадом. Аллеи убирают кругом чистенько, значит, проспект весь аккуратненько. Вывески стали убирать ненужные. Так что Радаев был хороший человек. Помните ли бывшего губернатора Валерия Радаева? Ну, мы в политику не лезли и вообще бабушки. Ну, чем-то запомнился? Ну, видели, нет. Помните ли губернатора Радаева Валерия? Помню. Чем запомнился? Да нет, ну, все нормально было. Я о нем плохого ничего не могу сказать. Какой-то проект, может быть, помните, что-то реализовывалось при нем, вот такое серьезное, может быть, что-то связанное с образованием, с медициной, с транспортом, с дорогами? Дорога вроде и в данное время тоже делает сейчас дорогу. И тогда было, ну, нормально было. Я о нем плохого ничего не могу сказать. Губернатор Радаев чем-то запомнился? Нет. Помните его вообще? Ну, конечно, помню. Чем-то запомнился? Да, ну, все хороши, все молодцы. Какой-то, может быть, проект у него был яркий, что-то такое выделяющееся за время от того, он был на посту? Ну, я не могу сказать так сразу. Ну, не вспомните? Нет. Валерий Радаев чем-то запомнился? Некогда. Помните ли Радаева Валерия Радаева? Губернатор Валерий Радаев каким-то проектом своим вам запомнился вот за то время, пока он был на посту? Вы знаете, я так мало этим интересуюсь, что наверняка не запомню. Хотя часто смотрела, видела его, и а так не запомнила просто. Губернатор Радаев Валерий каким-то проектом своим вам запомнился за то время, пока он был на посту? Есть что-то такое яркое? Да, не знаю. Губернатор Валерий Радаев чем-то запомнился вам, каким-то проектом вот своим таким ярким? Не помню. Губернатор Радаев Валерий запомнился каким-то проектом своим вам ярким вот за то время, пока он был на посту? Нет, ничего не запомнился. Валерий Радаев вам запомнился каким-то проектом своим? Не знаю. Пока было? Отрицательно. Помните о нем что-нибудь? Страшненько.